центр Сколково. Три грунтовых теннисных корта готовы уже полностью к эксплуатации. Компания ЛМТ-Строй монтировала систему ограждения и систему освещения. На каждом корте установлено по 4 опоры. На каждой опоре 4 200-ваттных светильника ОСРОМ. Во внутреннем комплексе еще ведутся работы. Компания ЛМТ-Строй тоже совершила монтаж системы освещения. Возможно, к Новому году в Москве появится еще один теннисный центр. Очень рады, что компания ЛМТ-Строй тоже в этом приняла активное участие.